На этих читателей авторы СМС явно не рассчитывали. Антимонопольщики Татарстана возбудили дело в отношении удмуртской компании. Поводом послужило обращение казанца, которому из соседнего региона пришло сообщение рекламного характера. При этом на рассылку получатель не подписывался. И это значит, что она вне закона. Сотрудники УФАС по республике установили, откуда исходил СМС. Это предприятие, расположенное в Ижевске. Рассмотрение дела назначено на июль.